Всем привет, я Леха Колесников. Находимся мы в Бэйкленде. И на данный момент у моего, пожалуй, самого душевного и любимого стенда это наружная экипировка, джерси, штаны бренда Альпинистарство. В принципе, в чем я езжу уже последние, наверное, лет, не знаю сколько, 4-5, наверное. То есть бот это вообще то всю жизнь. А именно майки, штаны, перчатки, защиты последние уже там, да, в районе 5 лет, по-моему. Вот, хочу немножко рассказать вообще, в чем я езжу, чем мне нравится, что не нравится, какие модели, какие я приоритеты расставляю по цветам, ну и так далее. Что также немаловажно для фристайл-мотокросса, защиты, технологиями, но стиль есть стиль, который никто не отменял, и выглядит на площадке всегда идеально с иголочки, ну это просто необходимо. Я считаю, что это один из первых шагов и один из основных залогов успеха. Вот. Поэтому поехали. Моя любимая модель, в которой я езжу в основном, это Supertech. Вот эта модель, по-моему, Sand Black, если я не ошибаюсь, она называется. У меня вот ровно такие пару комплектов есть. У меня, конечно, много экипировки, не только это, но тем не менее, это одна из моих любимых. Я ездил по стилю черный бот Alpinistar Stage 10. Вот эти вот, вот такой вот кит с такой вот джерси. Летний вариант, идеальный, потому что все сетчатое. Все эластичнее, сейчас покажу как бы тонкости. Вот так вот, и как бы черные перчатки, ну и там шлем уже, очки уже там индивидуально. Вот, в чем прикол? То есть эти штаны, они супер тонкие, все прорезиненные. Здесь вот можно увидеть, что здесь везде сетка. Да, я знаю, что многие скажут, что здесь как бы не так много защиты и так далее и тому подобное. Есть такой момент, и это, наверное, пожалуй, единственный минус подобной экипировки, но здесь, ребят, всегда нужно чем-то жертвовать, потому что если мы выбираем комфорт, стиль, удобство, нескованность движений, что для нас, например, в фристайл-мотокроссе очень важно, то, конечно же, ну, приходится чем-то жертвовать. Вот. И я считаю, что если правильно одета защита под джерси и под штанами, то есть правильные суставы, правильный нагрудник, правильное термобелье там, и так далее, там, может быть, у кого-то там на локотнике, хотя я в них не езжу, вот, то все будет нормально. Вот. Этого материала достаточно для того, чтобы избежать каких-то ссадин, протертостей там, и т.д. и т.п. Вот, сетка везде, здесь, ремень, мы видим, что здесь трещотка, да, вот, и все как бы работает, здесь дополнительная липучка, даже двойная, я уже там, даже сам забыл, вот это очень круто, потому что бывает всякое, то есть раз фиксация, два фиксация и три фиксация. Вот. Также плюс этой экипировки, мне очень нравится, что она приталена. То есть это не тот старый стиль, когда все на рыпу, когда все висит, когда все огромное. Здесь вот такие вот колени. Вот. Последняя тенденция, когда у тебя практически все в облепон, ты за счет этого и двигаешься свободно. В нашем случае для фристайл-мотокросса очень важно, что тем, что она как бы слимная всегда по тебе, то есть приталена, меньше вероятность, что ты зацепишься там ногами за руль или за специальные эти откидушки наши, то есть коленями, да, и так далее. У нас там есть свои нюансы. Майка супер крутая, очень комфортная. Сеточка вся дырявая. Конечно же, что по осени и ранней весной, ну, в ней ездить будет очень холодно, либо нужно поддевать какое-то супер там, супер технологичное термобелье, чтобы тебя не продувало. Это просто было как визуальная тема. Но это, скорее, все-таки больше летний вариант. Вот. Это первый вариант. Я езжу, на самом деле, всего в двух типах экипа. Вот, то есть это первое, то есть это самая высокая категория Supertech и старый любимый всеми рейсер, так называемый, сейчас я найду, он есть, ну, то есть аналог, вот, например, да, рейсер, вот, эти штаны, вот как раз это то, о чем я говорил, да, то есть они более прямого пошива, то есть они чуть свободнее, чуть шире, у них уже здесь подразумевается, что есть много липучек, там двойные вставки, материал сам намного плотнее, он не продуваемый, то есть так далее, я езжу и в том, объясню почему, то есть в этом экипе есть такая тема, что ты чувствуешь себя свободнее. Допустим, предыдущий, про что я рассказывал, нереально, например, практически ездить зимой. Тебе приходится подевать термобелье, это уже немножко не то, все стеснится, мешается, потому что у Supertech основная задача, то есть как бы это именно слим. Вот. Это экипировка посвободнее, я стараюсь ездить не как раз в межсезонье, тогда, когда уже приходится. То есть либо кросс, либо какие-то там полуэндурные покатушки, либо квадрик, либо еще что-то. То есть она менее продуваемая, она посвободнее, всегда можно подеть что-то вовнутрь. Больше вставок в плане защиты и т.д. и т.п. Ну и в целом тоже по стилю огромное количество, здесь можно посмотреть. То есть Supertech тоже огромное количество черно-оранжевого, салатово-камуфляжного, да, то есть как бы большое количество, причем здесь сейчас я вижу, что у ребят
Вот расхватали очень много, и кип, конечно, здесь улетает просто на ура, поэтому всегда важно его успеть приобрести вовремя, иначе просто ничего не останется. И я, кстати, сам с этим периодически сталкиваюсь, потому что байкленер летает все настолько быстро, что как бы я порой сожду свою экипировку по несколько месяцев. Вот. И также джерси. Джерси от Racer, если не ошибаюсь. По-моему, вот это. Вот, то есть можно видеть, это не от этих штанов, конечно, но тем не менее сама суть. То есть видите, да, что здесь меньше сетки, она, конечно же, все равно вентилируема, все понятно, но меньше сетки, меньше всего, она свободнее по пошиву гораздо. Вот, в принципе, то, о чем я вот до этого и рассказывал. Вот, я езжу только вот в этих двух моделях, я больше ничего не экспериментирую, ничего больше не пробую. Супертэч и Racer. Единственное, только цветовыми гаммами просто экспериментирую, все. Так что одевайтесь стильно и, самое главное, безопасно.